Меня часто спрашивают: Роман, как вы все успеваете? Вы очень энергичный человек. Я так не могу, у меня не получается, я не знаю, где брать силы. Открою вам секрет. У каждого из вас сил и энергии гораздо больше, чем вы можете себе представить. Всем нам дается огромное количество энергии, но мы сами ее блокируем. И знаете, что больше всего забирает жизненных сил? Это постоянная нерешительность, неуверенность и сомнения. Развивайте в себе привычку принимать решения и после этого сразу двигаться дальше. Не нужно постоянно оглядываться назад и думать, правильно ли вы сделали. Есть время для размышления, но как только выбор сделан, наступает момент действия. Когда желудь прорастает, то он непоколебимо стремится вверх. Молодой дуб не сомневается и даже не думает, чтобы вернуться назад в желудь. В природе нет места для нерешительности. Идите к своей цели прямо и смело, и тогда каждый новый шаг будет наполнять вас энергией.